случайно нажал палец. У меня кнопки рядом находятся, выключить и пауза. Это, наверное, третья часть. Или четвертая. Уже запутался в ней. Сшивать эти видео в одно будет слишком длинное. Наверное, так оно и должно быть по частям. Кому-то это интересно, кому-то это интересно. Типичные дома, одинаковые. Возможно, 70-е или 80-е годы построек. Все, я научился, нужно просто палец ниже держать, тогда будет четко пауза поставлена. Красивый заборчик на солнечном свету. Угол держишь по-другому, вилы просматриваются хорошо на фоне неба. Деревья красивые. Так вот крутимся, крутимся, крутимся. Аховая Литана расположена вдоль склонов Девато-Море. Действительно долго едет, он Девато-Море видно, лес, одна из его частей. Солнце яркое, хотя и вдалеке, на дальней съемке. Мы практически сейчас выезжаем на улицу Герцель, и оттуда уже
Девятом Орехове. Сначала идут виллы по этой улице, а потом 4 или 5-этажные дома вот они. Лет назад маклер привез, вернее, в объявлении была квартира в одном из этих домов, и оказался маклер, который как посредник эту квартиру хотел оформить. Я говорю, нет, квартира была далеко от наших желаний, и он предложил в Девятом РЭ посмотреть. И эта квартира, которая нам приглянулась, она действительно, да, есть минусов много в этом доме, но есть много плюсов, поэтому мы там и живем. Долго мы ехали. Но что теперь сделать? По крайней мере, под кондиционером. Теперь мы выезжаем напрямую и въезжаем в Девятом РЭ. Поднимаемся. Девятом РЭ. Здесь совсем другая энергетика. Из-за расположения улиц сам ландшафт это определяет. Соответственно, плюс видов, сколько здесь интересно. Такой длинный дом. Чуть-чуть нужно спуститься, развернуться и опять продолжать вверх подниматься.
Он сказал, что 13-й перестал ходить по Рову Израилю. Скорее всего, его просто восстановили и все. Поднимаемся по двойке вверх, потом поворачиваем направо, где футбольное поле, и еще немножко и дома. Я опять угол изменил, чтобы вилы помещались. Сложно, конечно, варьировать, но стараюсь. Здесь из-за того, что узкая дорога, приходится автобусом каким-то образом все время то на бровку наскакивать, чтобы проехать, разминуться. Сейчас поднимаемся, едем по тротуару. Сейчас будем спускаться с тротуара. Вот. А там впереди еще машины. Теперь их будем ждать. Ну все, разминулись. Отлично. Дорога для скорой пустой стала. Вот мы отсюда сегодня выехали, сюда же приехали. Спускаемся по улице Герцог. Сухие деревья по какой-то причине. Может быть, потому что старые. Едем на улицу Ицхак бен Цви. Одна остановка и дома. Такие путешествия.
местах тоже. Все, ребята, всем бай-бай. Вот какая кривая у нас сосна, вот так она ровнее. Вот такая у меня огромная поклажа. И все, всем бай-бай, до следующих видео.